Приехать в Алю-Денис и не полетать – это как зайти в кондитерскую только понюхать. Это то самое развлечение, которое вы просто обязаны попробовать здесь. Ведь именно здесь, в Турции, в Алю-Денисе, находится знаменитая среди парапланеристов гора Бабадаг, с которой каждый день с утра до вечера взлетают в небо множество цветных парапланов. Эта гора Бабадаг находится очень близко к морю, и ее основной пик находится на высоте почти 2000 метров. А внизу у нас наикрасивейшее побережье Турции. И эти факторы делают это отличным местом для полетов на параплане. Гора, по сути, столица парапланеристов в Европе. Вот команда пилотов. Ищем, кому доверить свою жизнь и жизнь наших детей. Starting point. Вот реально, они взлетают так же просто, как я прыгаю через лужи. И это смотрится так обыденно. Ё-моё! Вот так выглядит столица параглайдинга. И каждые полчаса сменяется вся эта компания. Представьте, с какой частотой они все взлетают. Операция не знал, но вспомнил английский язык. Сань, как инструктаж прошел? Страшно? А шлем так будет болтаться? Да. Ой, бля. Все, Саня летит. Саня полетел. Саня уже полетел? Да, вон, голубой. Elena, how are you? Пилот Омар у меня был очень классным. Представьте себе уровень сервиса, если после взлета он аккуратно начал снимать мне шлем. Я мол, это чего? Не, ну это чтоб на фотографиях красивой быть. Представляете? И фотографий действительно было много, и они были разные. Включил колонку, шлепнул меня по плечу. Елена, мол, релакс. Релакс and dance, и напевал себе турецкий рэпчик. Стоит полет в среднем $100. $75 – это если без фото и видео, но таких покупателей я не видела. Полет, в отличие от Грузии, длится действительно 30 минут. Организация всего, как по мне, на высшем уровне. Мы собирались в центре городка около 8 часов утра и уже в 9 взлетали. Полет заканчивается очень мягко, как будто с бордюрчика спрыгнуть. Так же и у детей.
очень приятно, что сразу после полета тебе тут же скидывают на телефон все фото и видео, да. Не нужно ничего выкачивать, проходить по ссылкам. Очень приятно. Причем информация скидывается в трех форматах. Камера 360, видео и фото. Идеально. Санек, как все прошло? Идеально, перфекто. А то, что ты ребенок, как думаешь, не страшно? Вообще нет, это релакс. Ты советуешь таким же детям или подросткам? Только дорого, на всем. Но оно того стоит? Конечно. Ты запомнишь на всю жизнь? Да. Это самое главное. Советов по параглайдингу могу лишь сказать, что не откладывается полет на последние дни пребывания. Мы, например, видели, что дня 2-3 подряд все почему-то не летали. Наверное, был какой-то запрет, я не знаю. А в следующем выпуске мы отправимся на дежурную в этих краях экскурсию и посмотрим, что там понравилось и что с ней было не так. Ну это реально жемчужина местная.